Добрый день, друзья! Хочу представить вам тест-драйв родом из 90-х. Вопрос в чем? Работают ли старые кассеты Polaroid? И у нас есть три кассеты Polaroid. Две запечатанные, одна распечатанная, но еще не активированная. Вот здесь такая пленочка, которая не позволяет свету попадать на бумагу. Это задняя часть батареи. Все кассеты на английском написано, если видите, сейчас покажу. Использовать до 12-2000 года. Ну, надеюсь, все у нас получится с первой кассеты. У нас есть два фотоаппарата. Если один будет неработоспособный, попробуем второй. Попробуем, что из этого выйдет. Как открывается Polaroid, думаю, все знаете. Нажали кнопочку, открыли. Внизу два контакта, контактами направляете сюда, ставили, и да, первый конфуз называется. Кассету засунули, а пленка не вылазит. Ага, здесь вот как она, первый явно будет засвечен, а может и нет. О. Ничего, видите, не вышло. Для примера включим макро и попробуем сфотографировать. Второй тоже. Третий. Четвертый. Все кассеты. Может, надлежащее хранение. Пятый. Горит лампочка, подзаряжается конденсатор. Видать, 18-летние батарейки не такие уж хорошие. Ничего, что-то у нас не вылезло. Раз, 5. Должно быть еще полкассеты. Наверное, застряло. Да, застряло. Не хватает уже, наверное, заряда. На открытой кассете даже не отщелкали 5 штук. Открытую кассету не берите ни в коем случае. Уже даже не хватает перемотать. Сейчас еще попробуем. Да, все равно никаких. Даже не перематывает. Попробуем. Ага, опять застряла. Попробуем на другом аппарате. Благо их есть несколько. Ну, заряжайся. Не хватает, наверное, лентопротяжки. Тут батарейки лентопротяжки. Да, даже не заряжает конденсатор, видите? Так, одна кассета распечатанная уходит в небытие. Ну что, с вами распечатаем следующую. Как видите, все запечатано. Я понимаю, зависит от условий хранения, как хранилось, и от многих других нюансов. Да, тут коровья. Здесь такое чувство, что верхняя тоже засвечена. Посмотрим, что будет с батареей. Опа! Сразу первая выскочила. Пошли. Вторая. Да, здесь батарейка похуже, наверное, чем той. Прям слазит. Это видите? Наверное, застряла. Да, застряла из-за того, что видите. И заряда батареи хватает. Только сделаю 5 фотографий, но все фотографии идут в утиль. Ничего не вышло. Да, заряда батарейки не хватает. Ладно. У нас осталась последняя кассета. Вот видите, запечатана эта штука. Так, хоп. Да, как видно, на просроченных кассетах, может, оно и работало. Здесь сдувается слой, ищет конденсатор. Ну-ка, попробуем по-другому вставить, засунуть. Угу. Может, одну хотя бы до конца прощелкаем. Конденсатор не заряжается и пищит. Если слышно на видео. Посмотрим, видите, как. Закрывающаяся эта пленочка, чтобы не подсвечивала бумагу. Опять застряла. Интересно, мы дощелкаем хоть одну до конца. Ага, одна дощелкана. Так. Неужели это дощелка? Здесь даже не хочет вылазить. Видите, подсвечены углы. Ничего выходит. Кассета от железа, здесь даже коррозия. Может, плохие условия хранения. Ну, кассеты 18-летние тест-драйв не прошли. Аккумуляторы выдержали, можно сказать, испытания. А кассеты остается желать лучшего. Так что, ребят, если увидите вот такие вот просроченные кассеты, лучше не тратьте на это деньги. Кому понравилось видео, ставьте лайк, кому нет, дизлайк. Но думаю, я сэкономил вам деньги. А это мусор. Полароиды, я так понимаю, фотоаппаратов нерабочих не бывает. И тот работает. Все, до свидания, всего хорошего. С вами был Сергей.